Всем привет! Вы на канале Мисс Арина, и сегодня мы будем открывать, ну, продолжаем открывать шарики лол подделки. У нас черный лол седьмой серии. Седьмой? Да. Ух ты! Я думаю, что создатели лол еще не знают. А нарисованы куколки из третьей серии, и одна вообще со второй. Ну да, очень интересно. Я знаю, как вот эту вот куколку зовут. Мадам Квин. Ничего себе. А это из какой серии? Из первой. Все девочки из первой серии. Ни одна из... Мы открывали первое видео у нас было с куколкой Лол оригиналом. Мне попалась вот эта вот куколка, еще одна. Я предлагаю открыть, посмотреть, что там тебе попадется. Начать с первой серии. Арина, их трюк, это киндер-сюрприз. Ой, тут что, малышка? Я не знаю. А нарисованы старшие сестрички. Это четвертая серия, а куклы все с первой? Это же проделок, чему ты удивляешься? Ну да, и нарисовано, что это пятый слой. Значит, тут пять слоев. Давай смотреть, что там в общем есть. Первая у нас должна быть подсказка. Как тяжело слои открываются. Их разрывать надо. Давай, разрывай. Ну что там? Стоп. Стикеры? Как? Они же попадаются во втором слое. А что значит во втором? Я не могу сказать, что это стикер. Это просто одна наклейка большая. Это разные стикеры, что умеет кукла делать. Я понимаю, но если ранее это были отдельные наклеечки, то сейчас это просто сплошная наклейка. А что же тогда золотой шарик? Опять, мне кажется, что уже для подделки золотой шарик это, ну, стоп! Просто... Так это же первая серия. Так чего тут третья серия, девочка? В общем, подделка плотнику искать не нужно. И во втором слое подсказка? Что перепутали. Ну, я не думаю, что не перепутали. Они, наверное, захотели быть оригинальными и не повторяться с ранее сделанными подделками. Наверное. А уже тут с третьей серии куклы начали. Тут шарик есть золотой и прозрачный. Они что, издеваются? Здесь я вижу вот бутылка вот внизу распакована. Ну, зачем на клеёночку тратить? И тут нету сюрпризов. Это что такое? Это подделка, детка. Не издевается? А что тогда будет с куклой? Может, там и куклы вовсе нет, но там одни башмачки и бутылочка. Как вариант. Вот такая вот бутылка. Ой. Какая? Это она... Какая-то. Ой, смотрите, какое... Тут какое-то вот солнышко, видите, нарисовано? Просто какой-то узорчик. Да, красивый узорчик. Давайте Ого, как оно крепко. О, кстати, на куклу клеёнки мне пожалели. Смотрите. Такие вот... Стоп, так ушки кукла... бантик. Подождите, а кукла... Такой бадочек попался. А что это за механизм? Ой. Это хороший вопрос. Подождите, тут идет комплект платья и обувь. Арина, он светится. Ух ты. Ребят, такого шарика у нас еще не было. К сожалению, Арина уже куклу достала. Я так понимаю, что это вот такой вот светящийся шар. О, она блестящая, смотрите, как... Создатели поделок уже не знают, чем детишек заманить, чтобы они купили. О, теперь... какая твердая голова! Да тут даже голову не вставишь, посмотрите, какое здесь отверстие. И такая твердая голова, мне кажется, кукла будет уже на голову. Да, думаешь, просто один ей ободок. Так, платится. И ободочек, да? Да. Давай приведем ее в порядок. Собрали. Это было очень тяжело. Ну да, потому что немножко отверстие в голове было
уже, чем сама шейка, да? Которая должна была одеться. Мне кажется, она даже плеваться не сможет. Ну да, она очень твердая. Но на самом деле, ну, даже вот очень симпатичная. Даже он мне, кстати, очень привлекает этот шарик. У нас еще такого шарика не было. Да, только у нас был такой шарик, который светился в темноте. Подделка зеленая. Так, вот наша куколка. Вот такая вот. Мне кажется, что это вот эта вот куколка. Может быть. Она очень похожа, потому что она с бантиком. Вот, вот, друзья, посмотрите, какие они перламутровые ботиночки. Ну, симпатичная куколка. Да, кстати. Тоже красиво прорисована. Это самая красивая кукла из всех. Ну, только вот бантики ей не подходят. Почему? Мне нравится. А давай посмотрим, какая сегодня у нее будет подружка. Давай. Итак, первая куколка. Первый шарик мы вам уже интересно, показали. Интересно, какой здесь будет шарик? Обычный или нет? Ну, возможно, в черном нас тоже чем-то удивят. Да, конечно, очень удивят. Ну почему? Красивый желтый цвет. Продолжаем. Это бумажка какая-то. А, это бумажка. Я тут подумала, что это шарик желтый. Смотрите, цвет. Тут есть штрих-код. Вообще, штрих-коды попадаются только в оригиналах. Возможно, это оригинал? Седьмой серии. Интересно. Тут тоже 50 кукол. И все. Ребята, пока Арина думает, вы обязательно подпишитесь на канал Мисс Арина. И напишите, открывали вы такие шарики или нет. Да, потому что мы его смотрите, открываем первый раз. Синий шарик. Ух ты. Синего, насколько я помню, у нас еще нет. Стоп, как тебе сказать? Очень вам, кстати, рекомендуем просмотреть все видео с нашими куколками Лол, которые мы снимали ранее. Возможно, они будут для вас интересны и полезны. Да. У меня есть эта куколка. И тут точно так же все? Я не знаю. Давай, открывай, будем смотреть. Тут, мне кажется, подсказка будет сейчас. Да, вот она. Точно такая же. Это стикеры. Стикеры? Как это? Как это может быть? Да, это видите, здесь каждая отдельная наклеечка. Почему первые идут стикеры, если первые должны быть подсказка? Не знаю, возможно, потому что это седьмая серия. Не знаю. Нужно же было что-то поменять уже наконец-то, а то все по одной и той же схеме. Сначала подсказка, потом стикеры, поэтому решили, возможно, их поменять местами. Ух ты, смотрите, какая интересная подсказка. Сахарок плюс ее платье. Интересно. Ребят, я знаю, это девочка с второй думаете, серии. Как это значило? Я знаю, что это куколка с второй серии. Я знаю, что ее зовут Сахарок. Сахарок, отлично. Так, следующий слой. Смотрите, какой тут отдел. Да, кстати, в этом шарике такого отдела нет, да? А нет, есть, посмотрите. Ой, смотрите, а здесь ничего нет. А, кстати, в этой кукле тоже, да? Или там бутылочка была? Там бутылочка. А где стикеры? Стикеры вот. Хорошо. Только здесь какие-то вот такие вот интересные стикеры, немножко другие, чем эти. Да. Чем другие? Потому что здесь какой-то такой пласт. А ты имеешь в виду там открытым глянцевым? Да. Так, давай, открывай. Так, все, последний слой. Такой красивый синий цвет, как bubblegum. Пока Арина еще до конца не открыла наш шарик, проверьте, друзья, или нажали вот кнопочку подписаться на канал. Если нет, обязательно сделайте это, пока Арина открывает так, шарик. Смотрите, здесь вот такие вот люки. Ой, это что за бутылочка такая? Интересно. Такой у нас еще не было, да? Бутылочки. Была. Дай-ка посмотрю. Уже была в зеленом шаре. Да. Подделка точно такой а, же. А, вот будет. Такая вот интересная. Кстати, похоже на мороженку, правда? Смотрите, платье практически точно такое же, которое было в том шаре. Да, там кстати, тоже... первый раз я вижу тканевое платье, друзья. Там тоже было. Похабно такое. Как-то пошито, если честно. Но, тем не менее, я еще не видела, не помню. Арина говорит, что уже было, но мне кажется, что я первый раз вижу тканевое платье. Во всех куклах идут резиновые. Так, давайте платье. Открываем.
Ой, смотрите, нам попался сахарок. Сахарок? Да. И помните, нам попали здесь зеленые такие украшения? Зайка и этот. А уже синий. Да, украшения помню, а сахарок не помню. Нет, там не было сахарка, там была другая куколка. А, понятно. А, с ней еще ботиночки. Оригинально. Ты считаешь? Ну, вот, так, подожди, а у нее есть какая-то кофта или у нее просто юбка попалась и все? А это такое платье? Платье, да. А. Вот такие вот ботиночки. А на чем же она держится, получается? Только на резиночке? Ой, ну тут голова мягкая и красиво тоже прорисована. Тут у нас сегодня все куклы с курдульками. Давай сейчас сложим эту куколку. Так. Так, сейчас постараюсь. О, они. Ничего. О, все. Смотрите, какая она пузатая. Да, да, она хорошо питалась. По всей видимости, в шарике. Итак, Арина надевает ей это платье. Ну, кстати, очень странное платье. Ничего ни на чем оно не держится. Там только какая-то резиночка, будто на юбочке. Давай мы посмотрим с ребятами. Так, осталось еще туфельки. Ну, давай, одевай туфельки. Мы будем рассматривать твою куколку. Какая-то она странненькая. Конечно, так, а ободок какой ей одеваешь? Зайка, я люблю зайку. Она с бутышкой или что? Нет, она с бусами еще. А, еще и бусы у нее есть. Вот такие вот синие бусы. Так у нее ноги какие-то скрученные. Ой, смотрите, и зайка даже очень идет. Так, давайте, друзья, посмотрим куколку. Вот такая вот куколка. Ручки шевелятся, ножки шевелятся. А мне вот в этой кукле больше всего понравилась эта вот подсказка, она очень красивая. Да, ну да, она красивее, чем сама кукла, по моему мнению. Ребят. Вкладышки. Я сейчас вам покажу сахарка. Давай, покажи нам сахарок. Если он, конечно, есть в этой половине вкладыша. Да, вот он. Вот, видите? У нее волосы похожи. Да, кстати. Что-то есть, какое-то сходство есть. Ну вот и голова сахарка. Ребят, вы обязательно подписывайтесь на канал. Нет, смотрите, это целый вкладыш, а это половина вкладыша. Ну, это же серия 4, а это серия 7. Должно же в серии 7 хотя бы вкладыш быть больше. Ну, да. Хотя шарик мне 4 серии нравится больше. Если понравилось наше видео, поставь лайк. И на канал подпишись обязательно, мисс Арина. И комментарий напиши, какая из куколок тебе понравилась больше. Из 4 серии или из 7? Мне с 4 понравилась больше, она очень красивая. Мне тоже немножко проще. Ребят, ждем от вас комментарии. Ну, это тоже, если по голове, то неплохая. А так по одежке, так себе. Ну да. Она только по одежде не лучше. А теперь всем пока!